все готово к старту этой встречи. Впервые в истории Кубков вызова неофициального чемпионата мира для 16-летних подиум будет полностью европейским. Матчи за бронзу шведы обыграли канадцев в красном, тех самых со счетом 4-3 по буллитам. И шведы тем самым взяли бронзу. Ну а сборная России поборется со сборной Финляндии за золото этого престижнейшего турнира, который выиграли финны. Вбрасывание, наброс от синей! Выводит финна вперед Эро Ниеми. Неудачно сыграла оборону сборной России. Выигранное вбрасывание, наброс и тут же добивание. Не видел момента броска Аскаров. Можно спокойно выйти, можно даже провести атаку. Гущин попробует бросить, вылезает на пятак, бросает. И гол! Сравнивает счет Даниил Гущин. Совершенно спокойно реагирует в духе Дацука на эту свою шайбу. Пробил он Бломквиста. Говорил я, что Бломквиста нужно проверять. Обязательно нужно проверять. Не самый надежный он вратарь Гущин. Здорово ушел сразу от двоих и бросил неотразимо в дальний угол, в противоход вратарю. Ничего Бломквист поделать не смог. Красавец. Пономарев выиграл бросание, тут же бросок в касание от Даниила Чайки. Вылезает на пятак. Есть гол! 2-1 в пользу сборной России. И это Игнат Каханин поражает ворота Бломквиста. Вылез он из-за ворот на пятак и поразил ворота Йоэля Бломквиста. Перехватил, причем, передачу. По-моему, помог ему немножко Юса Мяампе. Вот совсем уже скоро прозвучит финальная сирена. Звучит она как раз, возвещая о победе сборной России на мировом кубке вызова. Спустя 4 года удалось россиянам выиграть золото этого престижнейшего турнира, неофициального чемпионата мира для команд в возрасте до 17 лет. Поздравляем мы ребят. Будем надеяться на их дальнейший прогресс. Хороший, скорый, бодрый и добрый. Чтобы доросли они до звездного уровня и радовали затем нас своей игрой, как в КХЛ, так и в НХЛ. И во взрослой сборной России, конечно же. Получает он его в руки от оргкомитета турнира. И ликует сборная России. Как видите, на кубке написано Куб Квебек Кап. Так он назывался в оригинале. Изначально кубок этот передающийся. Но ближайший год он проведет в России. Наверняка в музее хоккея. В парке легенд. Поднять над головой, поцеловать. Святое дело. Одна из самых известных традиций в мировом хоккее. Зародилась она в НХЛ. Причем далеко не сразу. Ну вот и очередь сборной России подошла. Начинает получать она свои золотые медали. Девушка в красной толстовке и шапочке с цветами флага сборной России — это, между прочим, Анастасия Сарапкина, менеджер этой сборной.